Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о дорожном наборе Виши, который я заказала с сайта Натина. В других магазинах я его не видела, а на Натина есть несколько вот таких вот дорожных наборов от Виши и других фирм, где можно вот быстро приобрести что-то для поездки, либо для первого знакомства с брендом. Вот у меня как раз это первое знакомство с маркой Виши. И что же находилось в этом наборе? Вот начну с косметички. Она очень красивая, мне она понравилась, и идет она вот с такой прозрачной сеточкой, очень удобная. И тут идет 4 продукта. Я считаю, что они идут в таком объеме, где будет достаточно и для поездки, которая будет там дней 10, может быть даже 2 недели, и для того, чтобы понять, нравится вам продукт или нет, стоит ли его покупать. Первое, что было, это, конечно же, термальная вода, их знаменитый продукт. Здесь 50 мл. И, конечно же, она очень хороша. Вот то, что они говорят, что прекрасная термальная вода, так это и есть. Следующий продукт, на который я не возлагала никаких надежд, это мицеллярная вода. Раньше я всегда придерживалась такого мнения, что мицеллярная вода это расходник, и нет смысла переплачивать за какие-то более дорогие бренды. Я пробовала там и от Биодермы мицеллярную воду, но как бы ничего особенного я не находила в них. А вот попробовавши вот эту мицеллярную воду от Виши, здесь 30 мл, она мне настолько понравилась, она такая нежная, очень нежная, мягкая, деликатно снимает макияж, нет никаких неприятных ощущений после, у меня очень чувствительные глаза, что я понимаю, вот теперь бренд Виши разрушил все мои стереотипы по поводу мицеллярных вод, и я знаю, что у них появилось 3 новых воды, вышла новая линейка с мицеллярными водами, и мне прям не терпится попробовать, потому что уж очень мне понравилось. И я вот специально вот распробовала и чуть-чуть оставляю для поездок. Дальше продукт, ради которого я и приняла решение заказывать эту косметичку, это Booster 89. Мне очень интересно было попробовать эту сыворотку, и она хороша, она очень легкая. Поверх этой сыворотки можно наносить крем, ее можно использовать как утром, так и вечером. Она очень быстро впитывается, не оставляет никакой липкости, и очень приятное ощущение. Иногда я ее использую утром и больше ничего не наношу, иногда мне этого достаточно. И что я заметила, вот если пользоваться сывороткой, то даже для моей комбинированной склонной к жирности кожи, кожа не так жирнится, то есть сыворотка ее хорошо увлажняет, и моя кожа успокаивается на этом и не требует дополнительного увлажнения. И это мне очень нравится, поэтому, скорее всего, буду покупать полноценную версию. Здесь в этой малышке 10 мл. И последний продукт, который здесь есть, это крем для лица. Неовадиол, это возрастная версия для возрастной кожи, здесь 15 мл, тоже достаточно хороший объем, крем очень плотный, для меня крем плотный, и чувствуется, вот что он остается на коже, есть его ощущение, но он не скатывается, он такой защитный барьер создает, то, что нужно для вечера, особенно для возрастной кожи. На зиму, особенно сухая кожа, это оценит. Я считаю, что не стоит разделять косметику там по возрастам, нужно оценивать по потребностям кожи. Вот для сухой кожи я бы рекомендовала это средство. И здесь еще находился приятный бонус, пробник основы. Тоже очень интересно будет познакомиться, я все откладываю этот момент. Мне очень понравился этот набор, и такая идея первого знакомства с брендом мне очень понравилась. Я знаю, что у других фирм, с которыми мне также интересно познакомиться, есть вот подобные наборы, буду заказывать и вам рассказывать. Надеюсь, что это видео было вам интересно, что вы любите от марки Виши. Рассказывайте, делитесь, какие ваши фавориты. На этом я с вами прощаюсь, всем пока!